детка. Помнишь, когда мы оказались в этой катапульте? Она включила на планшете твой любимый мультик. Прирол рекламы, как всегда, не прокрутив. Где таргет строго от 5 до 10. Мам, ну купи с этим хламом, уже играть нельзя. И вот они, ее новые лучшие друзья. Они нужны еще пока над нами спазят. Выхлопы моторные с неизвестной формулой. Среди сумочек и тапочек, трубочек и лампочек, обломков и баночек, осколков и карточек. Среди бирок, этикеток, пакетов и чеков, под плакатами сяка пикетов и одеялом мы излопнутые пупырки. Под затылки себе мятые бутылки подложив, на матрасе в дырках от заржавелых пружин. Мы с тобой конец света пережим. Вместо нас тебе кто-то банавей, а мы с тобой лежим в непонятках. На мусорной горе среди севших батарей мы будем вечно жить без остатка. Стерлись акриловые глазки и выцвел наряд. Дурацкие пластмаски начали долгий распад. И правда, ну зачем пылить в таком старью? Пора заехать в вечный домик в кукольном раю. Там, где помедленнее мод и пластик получше. Там, где не вырастают дети старых игрушек. Нас заждались там высоко у открытой кассы, но слишком медленно умирает пластмасса. Археолог из далекой эпохи жадно задерживаю жидкость на вдохе в жабрах. На дне кислотного болота нас отроет шпателем, отмоет тщательно и в музей отправит к статуям. Мы встанем с тобой рядом у таблички строгой. Внимание, экспонаты щупальцами не трогать. Зал посетителю заняли гид. Расскажи, как ваши предки дальние раньше тут жили. Вместо нас тебе кто-то поновей, а мы с тобой лежим в непонятках. На мусорной горе среди севших батарей мы будем вечно жить без остатка. Без перерывов на сонный обед колотится мир в лихорадке. Шумом круговороте банкноты монет, теряя себя безвозвратно. Талант говорит, чему лишнему нет, как нулевой Иисус Фактор. Но пока мы живем, нам не нужен бесплатный пакет. Живи без остатка.